Вот покажем вам вариант с самодельной печки на масле отработки. Работает. Расход литр в час. Ну, немножко недоделанная у нас. Здесь должна еще стоять заглушечка, которая регулирует воздух, подачу воздуха, температуру, ну, чтобы как, гореть сильнее, слабже гореть будет. Ну, сюда заливается масло, разжигается бензинчиком немного. Здесь будет заглушка, она, то есть, больше, чем больше отодвигаете, сильнее горит, больше расход будет. Этот резервуар сделан как бы для правого отопления, чтобы воды налить или тосола, что-нибудь, антифриза. Ну, здесь немножко у нас по-другому сделано. Сюда приделается вентилятор, будет дуть. Здесь можно одеть гофру. И будет типа пушки тепловой еще.